Вот что такое успех, да? Вот. И ну, бегают кругом успешные успехи и говорят: успех, успех, вот что это? Вот никто, скажите мне, что это? Скажут, для каждого из вас ваш успех. Ну, если это так, то вообще почему мне это, как бы сказать, преподносят как что-то? Ну, у меня будет успех в любом случае. Я же как-то живу, у меня что-то мое будет. Вот, я не знаю, грядку я разобью на даче, наконец, или еще что-нибудь. Это будет невероятно. Это может быть успех, или что? И нужно понять наведенность этой истории. И как только мы понимаем, что идея успеха, она сама по себе, это вот как бы симулякр, да, вот в философии есть такое понятие симулякра, да, вот есть оригинал, а есть копия оригинала. Успех – это такая же история. Раньше это была действительно способ культуры как бы дать человеку как бы идею, что он становится каким-то особенным, чрезвычайным, выдающимся, блистательным и так далее. Вот, поэтому все эти успехи – это полная какая-то муть. Вот. И первое, что нужно с собой сделать, это не думать, что у нас есть какое-то что-то такое, что вот является эксклюзивно, специально нашим, во что мы должны, во что бы то ни стало, понимаете, добиться. Нету никакого того, что люди зовут успехом. И успехом будет только то, как вы внутренне ощущаете прожитую жизнь. Это ключевая вещь.